суть важна. Млечноокий. Провокация. Предсмертный хрип. Вы замерзшите в колоду Сторожа Бури. О, я, кажется, понял, да? Это, кажется, вот этот говнарь, да? Которым... Да-да-да, вот он. Понятно. Ну... Короче, Беня, когда создавал 7-7, он на самом деле написал еще концепт вот этой карты. И подумал, вот этой картишкой. Я как бы 7-7, как бы они прекрасно понимали, что сразу такие карты шаману давать нельзя. Ребята просто охренеют, да? Они подумали, что мы их подготовим немножко. Мы сначала шаману дадим 3-4 за 2 кристалла с оверлоудом на 1, потом мы им дадим 7-7 с оверлоудом на 2 за 4, а потом мы дадим ему лично около, понимаете, да? То есть, как бы, смотрите, ребята, за что вы... Не, просто подумайте, вашу мать, просто подумайте секунду, за что вы получаете Стража Бури? Ни за что. Вы его получаете просто так. Потому что вы красивый, восхитительный, сука, играете на шамане. Просто ни за что. Вы играете 5-5 таунт за 5, и это уже оверстат. Это уже как бы хорошая крича. Хорошая, замечательная крича. И что бы вы думали? Что бы вы думали за это, за то, что вы сыграли 5-5 таунт за 5, вы получаете вашу деку карту, которая отодвигает мил на фатик на 1 и является собой 10-10 таунтом за 5. В смысле? Беня, но почему? Fuck you, that's why, говорит Бен Броуд, и, конечно же, добавляет свой вот этот вот фирменный смешок. Потому что непонятно, ну просто непонятно, почему ты получаешь вот эту жесть просто так. Вы подумайте, сейчас, и заметьте, у этого оленя нефритовый арт. Знаете почему? Да потому что каждая нефритовая дека, не, во-первых, это мало того, что это играет просто так, как хочет, это пипец. На арене это просто топ-1 ляга. То есть вы играете, берете шамана, если он попадается лего, вы берете млечно окова и выигрываете катки, потому что охренеть. Жесть, просто жесть. Ну и само собой, это замечательный способ дожить, до своего нефритового голема. Просто охренетительный. Эта карта без изъяна. Эта карта без изъяна, она почему-то просто вот невероятная жесть. Просто невероятная жесть. Сало во все деки. А, фу, слава богу, это предсмертный хрип. Слава богу, господи, я сначала думал, что это Battle Cry. Ой, слава богу, ребят. Ой, все в порядке. Отлегло, фух. Фух, все не так страшно, ребят. Слава богу. Вы можете его засайленсить? Нет, подождите, стоп. Это говно воскрешается инзотом? Так, ладно, все в порядке. Все под контролем, ребят. Это не имба. Предсмертный хрип, это еще не диагноз, ребят. Все в порядке. Мы его просто погребем. Мы его погребем, и им лично окова юзать не будут, потому что все присты будут, вокруг одни будут присты, все будут присты вокруг, и погребем. Все в порядке. Все. Ну почему? Почему я? Почему, Беня, почему? Почему ты нас не... Зачем ты это делаешь? В каком это измерении ванила тест хотя бы? Почему ты просто добавляешь какой-то басрамсалион? Я понимаю, вам надо продавать паки, но это же просто драная жесть. Этой карты хватит одной, что, понимаете, вы видите эту карту, этой карты хватит одной, чтобы инзотом ее юзать, ребят, понимаете, инзота, инзот на одну, вот знаете, раньше был так, на 9-м кристалле Тирион, тебе Тириона убивают, на 10-м кристалле ты Тириона снова воскрешаешь.
Теперь вот млечноокий. Вам достаточно одного млечноокого резнуть, чтобы у вас уже был овервелью просто. А еще можно его Барнсом позвать. Его можно позвать Барнсом. Его можно с маговского... О, боже, его можно с маговского портала за 7 кристаллов получить. Лол, вот это жесть на самом деле. Вот это жесть. Вот это, однако, медвежата, конечно же. Да. Ну, на самом деле, Млечноокова все очень просто. Это как бы 5-5, на которое ты должен... Это пятикристальная крича, которая имеет такое value, на которое ты хочешь отдать ремувал. То есть, обычно, смотрите, Хекс стоит 3 кристалла, Полиморф 4. Да, и вы, как правило, не хотите кидать на что-то, что стоит меньше, там, 5-6 кристаллов. Вообще не хотите. Вот то есть как бы 7 и более это уже норма. Млечноокий не такой. Млечноокий стоит 5, и если ты на него не имеешь ремувала, то ты, сучечка, заплатишь. Ты заплатишь говно. Я поставлю тебе 10-10 таунта, и ты будешь об него убиваться всем своим говном. Он разломает тебе щи, хату, компьютер и девушку у тебя уведет. И зарплату тебе задержит на работе. Вот, а почему? Fuck you, that's why. Вот почему.